Всем привет, ребята, вы на канале Санишка, играем вместе, с вами по-прежнему папа Санишки, и мы продолжаем играть в игру Pet Simulator X. Ребята, у нас вышло Shiny обновление, Shiny Update, у нас появились, ребята, новые Shiny питомцы. Именно этому будет посвящен сегодняшний ролик. Ребята, по традиции прошу вас подписаться на Санишка, играем вместе, если вы этого не сделали, поставить лайк, нажать на колокольчик и, конечно же, досмотреть это видео до конца. Тем более, ребят, что в конце этого видео я открою 4 апдейт хайп гифта, которые в этом обновлении, ребята, тоже были. За 5 минут до обновления у нас вот эти подарки присутствуют. И я так понимаю, ребят, что они теперь, эти подарки, будут перед каждым обновлением у нас присутствовать. Поэтому, ребята, откроем в конце ролика. Ну а вы, пожалуйста, подпишитесь. Итак, ребят, что у нас произошло, что у нас случилось? Давайте посмотрим, прежде всего, что у нас в меню тут в нашем. У нас появились шайни питомцы, то есть, как вы знаете, у нас обычные есть пэты, есть золотые пэты и есть радужные. То есть у нас пэтов мы делаем в голд машине, в золотой машине, в радужной машине, и также у нас еще есть Dark Matter машин, то есть из темной материи. И сейчас у нас, ребята, будут совершенно отдельные шайни питомцы, которые можно выбить. Их шанс там 1 к 600, то есть 600 пэтов выбьете, одного, возможно, получите шайни питомца. Чтобы улучшить этот шанс, вы можете купить шайни Hunter Game Pass. Вот он у нас, ребята, образовался. И также вы можете еще усилить свою удачу вот таким способом. Нужно в хардкорном режиме зайти вот в эту дверку на порталах, ребят, в фэнтези мире, и посмотрите, что здесь у нас есть. Здесь кто-то покопался вот этой лопаткой и раскопал, ребята, такой тотем, которому можно делать подношение, делать жертву. Вот. И за 250 миллионов бриллиантов мы можем сделать жертву. Значит, теперь Shiny Pet шанс у нас увеличен, ребят. Мы этой жертвой увеличили шанс выпадения Shiny питомчиков. И также могут они выпасть из эксклюзивных яиц и вообще абсолютно из всех яиц они могут быть. Так что залетайте в хардкорный режим, фэнтези мир, на порталы. Вот они, ребят, порталы. И там открывайте, делайте жертву. Если у вас есть гемасики, я думаю, что вы должны их найти, эти гемасики. Вот. Что у нас дальше? То есть шайни питомцы могут быть все эксклюзивные, и хьюч питомцы, и обычные питомцы. Значит, что дальше? У нас появятся еще питомцы с подписью партнеров игры, знаменитости. То есть знаменитости могут вам подписывать питомца. То есть вы можете дать им, они его подпишут. У них вот здесь есть такая наверху функция, что называть своим именем питомца. Вот, ну, так как мы не партнеры, у нас такой функции нет. Ну, то есть вы можете получить питомца от разных партнеров и ютуберов. Что еще, ребят, у нас в этом обновлении? Ну, в основном, конечно, шайни питомцы. Новые игрушки у нас будут новогодние. Хьюч аксолотль там с рожками, собачка с рожками, дракончик с шапочкой и обезьянка тоже с шапочкой новогодние. Вот. Помимо того, что когда вы будете, ребят, под Новый год в декабре и в январе открывать какой-нибудь мерч-код вводить с мерчом, вам еще дополнительно добавят подарочек новогодний в виде сапожка, и в этом сапожке может вам встретиться эльф, хьюч эльф дог, хьюч эльф кэт и маленькие эльфы кэт и дог. То есть это эксклюзивки. Вот.
Также, ребята, для топовых ютуберов, которые много тратят денег, добавились еще Huge Crown Corgi, Huge Crown Pegas и Huge Crown Cat. То есть это с короной, питомцы с короной. Но это, ребят, тем, кто тратит очень много денег и делает очень много донатов. Ну, ребят, конечно, донатим в эту игру, но в принципе не, скажем так, не особо. Так, что тут? Попробовать открыть каких-то питомцев. Давайте, может быть, попробуем, пооткрываем. Сколько вообще? А, ну тут, ребят, у меня в хардкоре, тут у меня все... Все закрыто, все за... залочено. Ну и, конечно же, ребята, убрали лаки-блоки наши. Вопрос еще остается открытый с питомцами, которые выглядели как лаки-блок питомцы. То есть, куда они пропали, будут они или нет, не, непонятно, ребят, тоже, тоже непонятно. Что тут еще у нас появилось? Ну, в трейд-зоне теперь за 1 биллион мы можем покупать торговый лоток в виде котика, а не за 10 биллионов, как это было. То есть сделали скидку, если вы хотите в виде котика получить торговый лоток. Так, ну что, попробовать повыбивать? Не знаю, ребят, получится что-то из этого или не получится. Какой у нас сейчас самый мощный в кошачьем королевстве? Давайте поставим, наверное, на сундучок. Так, что-то не вижу, сундучок не прогрузился. Большой сундук не прогрузился. Хочу на него поставить своих пэтов. Ага, вот он, ребят, все прогрузился. А теперь давайте попробуем пооткрывать. Вот здесь, наверное, питомчиков. Выпадет какой-то шайни нам, не выпадет, не знаю. Скорее всего, нужно открыть больше 600 открытий сделать, ребят. Так, удача у меня есть, все у меня есть. И, ребята, да... Я сделал себе подарок, у меня был день рождения в исполнении. Я решил сделать себе подарок, задонатил на это восьмерное открывание яиц, ребят. Короче говоря, 8 яиц. Сейчас вот так вот это выглядит. Не знаю, как оно будет выглядеть, если мне шайни питомец выпадет. Это как-то будет интересно. Чате писаться или нет. Ну вот не знаю, ребят, пока читаю, пока с вами говорю, ничего такого шайни я не вижу, чтобы оно выпадало. Может быть, перейти на другое, на обычное яйцо. Давайте перейдем на другое. Здесь будет как-то нам, может быть, повиднее. Так, радужный голд вижу, а шайни пока, ребят, не вижу. Так, ну давайте, пока будет открываться, я еще тут почитаю, что тут у нас. Ну да, добавили банан из темной материи. Как вы знаете, когда его делали, банан, этот самый редкий пэт в темную материю, то он отражался как обычный пэт или еще какой-то. Сейчас его прогрузили, то есть этот банан уже виден в темной материи. Какие-то у нас уведомления на наших торговых лотках, что мы добавляем какую-то сильно маленькую цену. Если мы ошиблись, наверное, нас будут предупреждать. Ставить вот такое автоматическое уведомление, что если мы поставим бета не за миллион, например, а за миллион, нам придет уведомление, что мы что-то перепутали, наверное. Это очень хорошо. Лотках на этих ставили пэтов, ошибались, и ключ питомцев, и редких питомцев за миллионы продавали вместо миллиарда. Так, еще какая-то кнопка поиска, ребята, у нас добавилась, что
лучше искать, я так понял, в трейдах. И вообще сами трейды вроде как расширились, ведь я больше, да, лучше видно в трейдах, что вы платите в трейд, что вы ставите в трейд. Вот. Так, сколько у меня? 248 выбилось питомчиков. Так, ну я смотрю, что пока вроде бы... А интересно, каким-то цветом, наверное, обозначается этот шайник. В чате будет, наверное, каким-то цветом, что это шайник. Вот так. Я пока ребят не видел. У себя и не видел, как кто-то другой убивает. Возможно, будет под шайник питомцев специальный цвет. В целом, конечно, так себе обновление, то есть непонятно, зачем нужны шайки питомцы. На самом деле-то я скажу вам, зачем они нужны. То есть они 2-2.5 икса к икси. То есть, если у вас будет мощный питомец, какой-то хардкорный в шайни версии, он будет квадриллионы дамага у него будут. То есть, ну, если вы хотите продвинуться в режиме нашем хардкорном, то, конечно, вам это поможет. А если вы хардкор не прокачиваете никак, то, наверное, вам и даже эти и не нужны, наверное. Ну, хотя, если вам выпадет хьюч шайни, или эксклюзивка шайни, то вы можете много, наверное, денежек на этом всем поднять. Вот, если все это заторговать. Так, ребят, ну чё, чувствую, что это не так все просто будет. 400 пэтов выбил. Давайте попробуем. Нажмем шайни, да? Шайни. И что у нас тут? Здесь у нас не шайни, это здесь у нас все джоши. И поэтому вот это в названии джош у нас появилось эти питомцы. Если набрать шайни, то у нас, ребята, 0, к сожалению, 0 питомцев будет. Так, ну и давайте, как обещал, открою наши эти яйца. Не знаю, ребят, правда, помогает ли удача какая-то от сервера на открытие этих яиц. Давайте попробуем, добавим удачу, потому что от сервера ее, ребята, нет. Так, вот так вот активируем. Попробую открывать по одному нашему подарку. Так, надеюсь, он мне предложит открыть один открытый. Да, ребята, давайте откроем. Ну, еще раз попрошу вас подписаться. Так. Собачка, ребят, собачка. Давайте в другом месте. Телепортнемся на спавн. Может быть, там нам повезет. Ребята, больше. Собачка уже есть. Ну, как говорится, пусть будет. Так, давайте с конца начнем. Пожелайте удачи. Итак, но крупного ничего не вижу. Опять собачка. Две собачки. Куда теперь отправимся? Давайте в мир фантазии отправимся и пофантазируем, что мне выпадет хьюч питомец. Так. Ребят, все пофантазировали, я тоже пофантазировал. Итак, давайте пробовать. И я, ребята, уже вижу, что это третья собачка. Да. Ну, где еще открыть? Я не знаю. Давайте в кошачьем рае откроем. Может быть, там нам выпадет что-то это. Хотя в кошачьем рае не может, конечно, выпасть хьюч собака. Ну, давайте, ребят, проверим. Так, уберем всех, чтобы была интрига. Последний наш подарок. Ну, ребят, давайте пробуем. Я вижу, что что-то маленькое. Это, ребят, четвертая собака. Можете себе поставить, четвертая собака. Так, ну и что, это не шайни собака? Вроде бы обычная, да? Обычная. Так что, ребят, ничего такого суперъестественного, сверхъестественного, к сожалению, не выпало. Так, где эти собачки у нас?
Так. Не вижу, ребят, где они тут. Вот они, короче говоря, все у нас одинаковые, не шайни. Все обычные собачки. Ну вот, ребят, вот такой вот ролик. Если он вам понравился, обязательно подпишитесь. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока.